Акции «Башнефти» были приобретены законно. Это не является предметом расследования в рамках уголовного дела, фигурантом которого стал министр экономического развития России Алексей Улюкаев, сообщила РИА Новости, исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко. Напомним, что СК возбудил дело против главы Минэкономразвития. Ранее Следственный комитет сообщил, что глава ведомства был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллионов долларов за оценку, позволившей «Роснефти» приобрести пакет госакций «Башнефти». При этом, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами.